Сотни килограммов песка посыпают конаковские дороги. Снег лег несколько дней назад, и сразу же на улицах города появилась снегоуборочная техника, которая начала усиленную круглосуточную работу. В первую очередь снег убирают с территории организации социального назначения, центральной площади и улиц. Бригада дворников уже неделю как сменила метла на подборке, и к началу рабочего дня пешеходные дорожки и парковки свободны от снега. Начиная с первых дней заморозков, песчано-соляной смесью посыпают проезжую часть, участки лежащих полицейских, светофоров, центральные улицы, на которых наиболее интенсивное движение. Закуплено 4 500 тонн ПСС. Расчистка дорог производится сразу же после того, как начинают эти осадки. Мы сначала производим посыпку ПСС, после того, как снег начинает таять, мы начинаем уже чистить плужками. После плужков мы начинаем чистить щетками город. У нас 2 МАЗа, КАМАЗ, 2 трактора и грейдер. Все это чистится город. По словам специалистов, за сутки расходуются десятки сотен килограммов смеси. Затем объемы могут увеличиться. Сказать, что техника работает в полную мощность, сегодня нельзя, пока нет столько снега. Но грузовики, грейдеры и погрузчики находятся в полной готовности. Зимой на дорогах Конаково будет работать почти все единицы техники. Каждые 4 часа проводит контрольный осмотр дорог. Плюс главный инженер, я каждый час буквально практически проводим контрольный осмотр дорог. И водители по ночам, они выезжают в 12 часов ночи, проводят контрольный осмотр, и в 4 часа утра. Если осадков не наблюдается, то просто контрольный осмотр дорог. Если начинают где-то подмерзать, они сразу же начинают посыпать город. На сегодняшний день проблем в ходе очистки от снега и наледи конаковских дорог нет. Вся техника и противогололедные материалы подготовлены согласно плану.